Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русских Иван. Я вас приветствую на канале «Про цветок». Сегодня мы поговорим с вами о требованиях различных сельскохозяйственных растений к микроэлементам. Нас часто спрашивают, как прочередовать различные сельскохозяйственные растения с учетом их выноса, особенно микроэлементов, из почвы. Ведь понятно, что высаживать одни и те же растения, которые выносят одни и те же микроэлементы год за годом, будет очень неправильно. Для этого и существует севооборот, чтобы вынос микроэлементов и элементов питания из почвы при выращивании монокультур был гармоничным. В один год одни растения что-то выносят, в другой год другие растения выносят что-то другое, давая шанс с поливной водой, с минеральными удобрениями попасть туда тем микроэлементам, которые должны быть для последующих растений. Надо сказать, что в этом смысле роль природных минеральных удобрений, таких как суперфосфат, и это не калий фосфорно-кислый, да, который химическим путем получен, а я имею в виду именно природно полученные минеральные удобрения. Это суперфосфат, это хлористый калий, они ведь получены из горных пород, и одновременно с ними мы вносим значительное количество различных микроэлементов. Вот. Чтобы правильно чередовать культуры, растения друг за другом, надо знать их потребность к микроэлементам. Если потребность в микроэлементах высокая, то в этом случае вынос этого микроэлемента будет значительным. И внесение этого микроэлемента под это растение будет весьма желательным. В том случае, если вы подозреваете, что микроэлемента этого в почве у вас недостаточно. Итак, начнем. Начнем с любимых мною бобовых сельскохозяйственных растений. Это зерно бобовое, горох на сухое зерно, фасоль на сухое зерно, бобы и овощные бобовые сельскохозяйственные растения. Это спаржевая фасоль, сахарный или спаржевый горох и другие овощные бобы и так далее. Так вот, они высоко чувствительны к недостатку бора, серы, магния, железа, а также молибдена и кобальта. Последние два микроэлемента очень важны бобовым в связи с тем, что они в первую очередь требуются азотфиксирующим бактериям для обеспечения симбиотической азотфиксации. Поэтому эти микроэлементы, молибден и кобальт, обязательно необходимо вносить. О кобальте у нас есть даже отдельное видео. Кабачок и тыква весьма чувствительны к недостатку железа и марганца. Какой марганец именно является полезным и как правильно обеспечить почвы марганцем и растения, мы также рассказывали в одном из наших выпусков. Капуста, разная капуста, разные виды, это и белокочанная, и цветная, и брокколи, и другие, а также различные листовые капустные овощи очень чувствительны к нехватке бора. Про бор, как правильно вносить бор, у нас также есть отдельное видео. Также они чувствительны к нехватке серы. Сера попадает в первую очередь в сульфат с содержащими удобрениями. А в первую очередь среди них это, конечно же, сульфат аммония. Также капустные овощи испытывают дефицит частенько железа, поэтому железом их надо подкармливать. Мы тоже в выпусках об этом говорили. Картофель весьма чувствителен к бору, магнию, где его можно найти в сульфате магния, конечно, к железу и такому микроэлементу, как цинк. Вот он тоже весьма чувствителен.
Кукуруза чувствительна к магнию и железу. Лук и луковые овощи чувствительны, конечно же, к сере. Мы об этом говорили в наших выпусках. Ведь и лук, и чеснок содержат значительное количество серосодержащих компонентов в своей луковице и в зелени. Именно они, в том числе они, обеспечивают специфический аромат, фитонцидность и полезные свойства этих овощей. Также они чувствительны к содержанию марганца и меди. Морковь весьма чувствительна к недостатку меди. Именно поэтому очень хорошо выращивать морковь и лук на одном участке, потому что они, в общем-то, требовательны практически к одним и тем же элементам, микроэлементам для хорошего урожая. Можно чередовать, можно садить грядочки одновременно. Огурец весьма чувствителен к нехватке железа и марганца. Также он проявляет значительные требования к содержанию меди. Если вы используете медь, содержащие фунгициды для борьбы с болезнями растений, то, конечно, дефицита по меди на вашем участке не будет. Свекла очень чувствительна к недостатку бора, серы, магния и марганца. Также она предъявляет достаточно высокие требования к содержанию меди, цинка, молибдена и кобальта. Все это заставляет нас думать о том, что свекла и бобовые растения будут хорошими компаньонами. И очень плохо, если они будут следовать друг за другом. Томат проявляет высокие требования к содержанию практически всех микроэлементов, но особенно томат чувствителен к недостатку железа и магния. Как выглядят симптомы недостатков этих элементов и некоторых других, мы говорили в выпусках на канале про цветок. Полюбопытствуйте. Плодовые растения, например, такие как яблоня, и груша, и слива, и вишня весьма чувствительны к содержанию магния, железа, меди и цинка. Кроме того, косточковые культуры очень чувствительны к содержанию кальция. Не забывайте периодически делать кальциевые подкормки. У нас об этом есть выпуск. Что ж, если какие-то сельскохозяйственные растения, важные в огороде, остались без нашего внимания в этом выпуске, пожалуйста, задавайте свои вопросы. Я постараюсь своевременно в прикрепленном комментарии сделать хорошую, красивую табличку, в которой будет понятно, какие растения следует комбинировать в один год, высаживать поблизости, а какие, соответственно, эти же самые растения не стоит чередовать один за другим в разные сезоны вегетации. Поэтому следите за нашими выпусками, следите за нашими комментариями, задавайте свои вопросы, буду всегда рад на них ответить. Всего хорошего!